все стало крутиться изнутри. Многие депутаты забыли, зачем пришли к власти. Забыли, кто и для чего их выбирал. Лучшие интересы, лучшие обиды перевес. Нарвская газета сейчас находится на Ратушной площади, где проходит митинг в поддержку Катри Райк. Сейчас 9:25 утра, и сюда пришло, наверное, около 100 человек. Мы поговорим сейчас с людьми и спросим у них, почему они это делают. Здравствуйте. Мы Нарвская газета. Вы пришли на митинг в поддержку Катри Райк. Конечно, мы будем с Катри Райк. У вас плакат «Мы будем за Катри». Мы за Катри. Почему вы за Катри? Да потому что я увидела новую жизнь тут в Нарве. Вся Нарва уже протухла коррупционерами. И мы хотим, чтобы новая была жизнь у нас в Нарве. Видим по стройкам, видим, что она пытается сделать что-то для Нарвы. Ей, конечно, мешает, но все равно она молодец. Она молодец. Просто сказать. Я просто очень рада, что она у нас. И очень хочу, чтобы она и дальше была бы у нас. Ее обвиняют в том, что она якобы сняла танк и переименовала улицу. Ему место в музее. Почему он должен стоять по всей Эстонии? Это же военная техника. Пусть стоит в музеях. Зачем им нужно везде стоять? Да, наши отцы воевали, было в то время, но теперь-то ведь нужно что-то мирное, а не война, как вот в России. Как в Украине. Как в Украине Россия на Украину напала. Мы хотим, чтобы было мирно, чтобы дети наши мирно жили, чтобы учились, развивались, чтобы счастливы были. А зачем нам эти танки? Какой-то как художник у меня образ такой возникает, спросили. Вот бригада, которая сейчас в горсобрании, она напоминает мне какой-то похоронный оркестр, труп таких глухозвучащих. И все они не знают нот. А Катри — это как скрипка, нежная, грамотная, знающая свое дело. Все поэтому эту. Скажите, почему вы сюда пришли, почему вы вышли на этот митинг в поддержку Катри Райк? Здравствуйте, как вы и сказали, пришла на митинг поддержать Катри Райк за то, чтобы ее не сместили с поста мэра, который он занимает. С помощью вотума недоверия это достаточно глупо и нерационально, я считаю, в данной ситуации. Как вы относитесь к тому, в чем ее обвиняют? Танки, переименование улиц, какие-то просчеты в управлении городом. Но я считаю, что улицы и танки — это могут вполне себе не ее решение, потому что об этом задумывались власти уже достаточно давно. И даже если брать пример историю с бронзовым солдатом, как вы помните, было. А еще на человек, в принципе, какие-то погрешности могут быть, но это явно не такие какие-то. Она не воровала, ничего такого не делала. Просто я из другой страны. И то, что делают там, то, что делают здесь, ну, это небо и земля. Мы пришли на этот пикет для того, чтобы поддержать Катри Райк. Мы за нее голосовали. Это человек, который принес что-то свежее, новое в наш город, какой-то другой стиль работы и другие идеи. Потому что вот это болото, которое у нас много-много лет в Нарве, оно надоело вот так. А сейчас раздражает перебежки из фракции во фракцию, бесконечная смена какая-то в горсобрании, не поймешь, кто какими вообще принципами руководствуется. А на самом деле, мне кажется, беспринципность вот очень многих людей. А в конце концов, нужно просто работать на благо города. Работать. Да. Просто хочу сказать, что у Катри высокий уровень и масштаб для руководителя. Вот то, что нам нужно для Нарвы, для ее будущего. Вот мы что-то делаем, да?